Каждый родитель старается развивать и поддерживать таланты своего ребенка. Детский фестиваль «Жемчужинки Чувашии» может стать первой ступенькой в мир эстрады. Подробнее об этом конкурсе смотрите в следующем сюжете. Настя Егоркина стала известна не только в Чувашии и России. Победив в конкурсе «Жемчужинки Чувашии», она выступала в отборочном туре детского Евровидения. После такого успеха Настю регулярно приглашают на международные фестивали. Недавно я вместе с фестивалем «Танец маленьких утят» поехала в Соединенные Штаты Америки. Мы там провели 2 концерта в Нью-Йорке и во Флориде. Фестиваль детского творчества «Жемчужинки Чувашии» существует с 2000 года. За это время в нем приняли участие более 3000 детей. Этот конкурс является стартовой площадкой для развития талантов ребят школьного возраста. Участники нашего фестиваля конкурса поют песни, танцуют, ну вот в этом году, и еще инструментальное творчество есть. Конечно, всех победителей, потому что гала-концерт – это уже участие всех победителей на этом концерте, ждут призы ценные, ждут медали и ждут дипломы. Другая победительница Аня Окликова тоже стала жемчужинкой нашей республики. Своим талантом она уже покорила не только Чувашию и Россию, ее талант признали и за рубежом. Мы побывали в столице Португалии, городе Лиссабоне, а также в прибрежном городе Порту. И провели 3 концерта. Мы также выступили еще в Академии музыки. И там вместе с нами выступали и ансамбли из этой школы. Мне очень понравилось, как они пели. Пели они на португальском, конечно же, также на английском языках и даже на русском. Попытались. В конкурсе можно проявить себя со всех сторон – в хореографии, инструментальном искусстве или вокале. Главное условие – исполнение песни на чувашском языке. Победители прошлого года – вокальный дуэт «Нон-стоп» уже в предвкушении поездки. В декабре 2017 года мы выступали в доме Петра Ильича Чайковского. Там нас заметил президент фестиваля «Чунга-Чанга» Юрий Сергеевич Энтин. В июле этого года нас ждет поездка в Китай на фестиваль 105 стран. Участие в конкурсе совершенно бесплатное. Чтобы стать участником фестиваля, нужно оставить заявку на сайте жемчужинки21.ру. И, возможно, 23 мая на гала-концерте мы увидим новые имена из Чувашии. Евгения Егорова, Евгений Анисимов, Республика.